Привет-привет! Большинство видео на моем канале посвящены теме заработка криптовалюты. Однако помимо этого, я периодически стараюсь рассказывать о крутых блокчейн-проектах, которые, может быть, и не принесут вам большой прибыли, зато откроют много других возможностей. Так, например, у меня было видео про MostConnex, децентрализованный суд Клерос и экосистемном проекте Subspace.net. И в данном видео я хотел бы продолжить тему интересных и полезных блокчейн-проектов, рассказав вам о протоколе PoAP. PoAP расшифровывается как Proof of Attendance Protocol, протокол для генерации незаменяемых токенов, которые являются своего рода сертификатами о том, что их владелец принял участие в том или ином событии. То есть это NFT, которое бесплатно раздается участникам различных мероприятий и событий, чтобы верифицировать их участие и вклад. Пока что может звучит непонятно, но приведу несколько примеров. Наверное, самый часто используемый сейчас кейс – различные блокчейн-ивенты и конференции. Их участники могут клеймить себе PoAP NFT, тем самым подтверждая, что они были на определенной конференции в этом или ином году. Но на самом деле сфера применения PoAP не ограничивается подобными мероприятиями, да и в принципе не ограничивается криптовалютой. Учебные заведения могут выдавать в виде PoAP сертификаты об окончании различных программ. Артисты могут раздавать PoAP посетителям своих выступлений. Причем это касается как онлайн, так и офлайн событий. Например, что первое проходит на ум из онлайн вариантов применения PoAP – это различные сообщества. Чаты в Телеграме, сервера в Дискорде и так далее. И их участники, которые вносят определенный вклад в сообщество, могут награждаться определенными PoAP. Как роли на серверах в Дискорде, только в полностью децентрализованном формате. Собственно, да, вся эта тема с NFT и делается для того, чтобы процесс верификации пользователя стал более анонимным и надежным. Владельцам PoAP не требуется раскрывать своих личных данных, чтобы доказать, что они участвовали в том или ином событии. Однако одновременно с этим PoAP не является увлечением для криптонов. Разработчики данного протокола специально предусмотрели возможность получать PoAP даже людям, у которых нет криптокошелька. В таком случае PoAP будет привязан к вашему адресу электронной почты. Вариант этот, конечно, не такой надежный и приватный, как криптокошелек, но в качестве решения, как мне кажется, самое то. Например, можно получить свой первый PoAP на электронную почту, а потом более обстоятельно разобраться с темой NFT и создать себе криптокошелек, куда ранее полученный PoAP можно будет без проблем перенести. И для удобства взаимодействия с вашими PoAP вы можете использовать не только веб-версию приложения на сайте PoAP, но также и скачать их мобильное приложение, которое имеет функции как создания, так и получения и хранения PoAP. Сам процесс взаимодействия с PoAP токенами в блокчейне является не только анонимным и прозрачным, но также и полностью бесплатным. Возможно, это за счет того, что протокол PoAP работает на базе блокчейна Genesis Chain. Это Layer 2 решение для блокчейна Ethereum, которое ранее называлось XDAI. И его основной фишкой является безгазовые транзакции, за счет которых PoAP и можно перемещать полностью бесплатно. И напоследок хотелось бы сказать пару слов о том, чем PoAP токены могут быть выгодны. А тут на самом деле однозначного ответа нет. Все зависит от эмитентов конкретных PoAP токенов. Возьмем опять пример с блокчейн-конференции. Если она проходит ежегодно, то участники, у которых есть PoAP с отметкой о посещении конференции в прошлом, могут получать скидки при оплате билета или эксклюзивные условия в зависимости от того, как много мероприятий они получили до этого. Если вы, например, артист, то можете награждать с помощью PoAP своих преданных фанатов, затем раздавать различные привилегии, вроде раннего доступа к контенту, различным закулисным историям и так далее. Вообще вариантов применения PoAP имеется действительно много, так же как и вариантов получения выгоды от владения этими самыми PoAP. Если вас эта тема заинтересовала, то в описании я оставлю ссылки для более подробного ознакомления с проектом PoAP, где вы также сможете при желании создать собственную коллекцию незаменяемых токенов через протоколы PoAP, чтобы в дальнейшем распространять ее среди своих пользователей. На этом у меня все, друзья. Жирных вам иксов, вовремя фиксируйте свой профит и до новых встреч. Пока-пока.